шасси убрал. Нет.
Ну, я в прошлый раз его обогнал на этом, он на, в этом, как его, в Стамбуле вставал на рейде в этот, ну, воду, что ли, брал, что-то такое. Мы с ним практически одновременно зашли, вышли, он тут чуть-чуть впереди меня был, вот, и я его потом обогнал в Азовском море. А так, нет, там СЗРП капитан сидит, то есть он такой какой-то, я его вызывал два раза, он что-то там пу-пу, что-то ничего не говорит, в общем, я так их больше не вызываю. Ну, в прошлый раз, когда я говорю, с вами встречался, сначала с ним поговорил, ничего, пообщался, общительный мужик. Потом уже с тобой общались. Вроде рассказывал мне, ничего, не ошибаюсь. И, ну, короче, поговорили, все нормально было. Ну, я не знаю, я вызывал его, и тогда тоже вызывал, вот тогда как раз он что-то там как-то это. Я его сначала докричаться не мог, потом, в общем, сывом только вот выдал, я же на УКВ, рядом шли. Вот, и вот сейчас вот этот второй там, второго вызывал, там тоже никак не мог, вот там, с пятого раза там еле-еле дозвал. В общем, там старпом только наш сидит, вот, по проходу. Ну, все понятно. Ну, то есть, на мотивом скорости, если так на этом скорости идете, то, соответственно, год в пределах одной скорости и бегает. Да, да, наверное, все так же. Ну, ладно, счастливого перехода там, счастливо дойти до Хайфа, выгрузить, всех благ. Спасибо. Еще раз за информацию. Спасибо. Всего доброго и вам счастливого перехода. Ну, до встречи, до связи. Там, Макс, там один трансформатор будет с пол твоей комнаты. Ну, блин, никуда тебе 3 киловатта. Ну, 2 киловатта в легком режиме. Хохлов пугает, от Волочка. Ты ушел, наверное, вчера он говорил. Берется одна раскладушка и вторая раскладушка. К одной центральная жила, к другой кран. Все это ставится на кирпичики и вдувается туда киловатта 2. И все напуганы, понимаешь, так хохлы работают там у себя в частном сервере.
внизу. Плюс, плюс, плюс. Три пятый на боевом. Пуск. Цель уничтожена. ПВО подавлено. Триплсотни пятый. Понял. 110-му выход на цель. Переходите на второй канал. 110-й принял. Второй канал. Тюлень 12. 110-й на подходе. Прием. 110-й, дорогой. Как я рад тебя слышать. Для начала разберись с Шилкой. Она возле торца взлета, ближе к воде. Здесь еще стрела есть, осторожно.
атакую ПВО. Второй, принял. Цели по возможности. Второй, подтверждаю. Второй, работаю по плановой. Второму, возврат в строй.
этого Хаммера. Со стороны аэровокзала. Там, где Зумки стояла. Отработай по ним. Pull up! Pull up! Второму, атакуй цели по возможности. Pull up! Altitude, altitude. Pull up! Pull up!
Привет, 110-й. Приятно с тобой работать. Смотри внимательно. Восточный край взлетки, дальний от моря, возле рулежки дом двухэтажный. Там охрана засела, человек 8, есть гранатометы. Сбрось на этот дом что-нибудь тяжелое. Pull up! Pull up! Это рвануло. Нету больше дома.
Похоже, все. Все, что шевелилось, больше не шевелится. Мы сходим в столовку, зачистим, а тебе спасибо за работу. Переходи на рабочий канал. Будешь внизу, заходи, отблагодарим. Задача выполнена. Аэродром под нашим контролем. Работайте с посадкой на Батуми. 110-й принял. Посадка. Altitude, altitude. Занимаемся.
Thank you.